Теперь к другим событиям. В Сирии правительственные войска ведут масштабное контрнаступление на позиции боевиков ИГИЛ сразу по нескольким направлениям. Активизировать наземную операцию сирийская армия смогла благодаря поддержке российской авиации, которая точными ударами лишила террористов значительной части оружия и техники. Сегодня пришли сообщения, что освободить удалось еще 9 населенных пунктов. Сейчас ожесточенные бои идут за пригороды Дамаска, откуда боевики обстреливают город. В самые гуще события работает съемочная группа Первого канала во главе с корреспондентом Сергеем Зениным. При подготовке репортажа наши коллеги оказались под огнем, но все обошлось. И вот материал, который они передали в редакцию. В машине, которая нас сопровождает, за рулем сидит полицейский, а не военный. Эта территория уже зачищена от террористов. На улицах развешаны сирийские национальные флаги и портреты президента Асада. Здесь обстановка нормальная, но мы приближаемся к линии фронта. Ну вот, собственно, мы и въехали сейчас в боевую зону. Только что был обстрелян дом в 15 метрах от нас. Ага. И вот они, танки. Позиции сирийской армии начинаются здесь, совершенно неожиданно. Обстрел из минометов раз в 5 минут. Ощущение такое, что боекомплект у террористов неисчерпаем. Обстрел был короткий, за это время мы, наверное, успеем перебежать к другому подъезду. Один из последних этажей заполнен людьми в форме. В узких коридорах протиснуться тяжело, обстановка боевая. Звуки разрывов заставляют говорить громче обычного. Вот за этим окном буквально 150 метров от него. Я даже слышу, как работает крупнокалиберный пулемет. Находится позиция террористов. Здесь штаб. Окна, ну, фактически обзорные, с видом. Если бы снаряды не разрывались рядом с нашим зданием, можно было бы подумать, что мы наблюдаем за учениями. На самом деле в кадре настоящая война. Вы видите, как из боя, отстреливаясь, выходит танк сирийской армии. На этом пятачке зажато порядка 300 террористов. Они хорошо окопались и оказывают активное сопротивление. Там, в 500 метрах от нас, вся земля, каждый дом нашпигованы взрывными устройствами. Командир разведроты высыпает на пол трофеи обезвреженные мины разного калибра. На дистанционных устройствах американского типа «Клеймор» стоит фирменное клеймо «Ан-Нусра». Название одного из отделений террористической организации «Аль-Каида». Еще одно доказательство тому, что в Сирии сейчас воюют террористы со всего мира. В первой атаке на наши позиции несколько дней назад участвовало больше 1000 бандитов. Нам удалось уничтожить многих. Видно, что террористы собрали все оставшиеся силы. Они понимают, что это последний шанс. Поэтому и ведут такой активный обстрел. Но это им не поможет. Простых сирийских солдат на поле боя сейчас нет. Людей берегут, в атаку идти опасно. Работают только группы спецназа. Они обнаруживают огневые точки противника, уничтожают их или сообщают координаты артиллеристам. Даже в таком аду им удается взять противника в плен и под постоянным